Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вами с тем, что происходит. Значит, начну я, пожалуй, с важных вопросов в конце дополнения, значит, которые вы добавили к своему вопросу. Нормально ли это? Нет, это не нормально, потому что мужчина, который только на словах мужчина, в действительности он ничего из себя не представляет. Это не тот человек, который может вам, как-то помочь в жизни. Это не тот человек, который может вам сделать вас счастливой и так далее. Вот. Это ненормально. Значит, это первое. А второе, значит, действительно ли, что вы не такая? Ну, здесь, конечно, очень интересный вопрос. Значит, ну, если говорить о ПМС, то, конечно, нет. Дело не в ПМС. Это совершенно точно. В этом плане с вами все в порядке. Здесь ПМС ни при чем совершенно. Если говорить о ваших требованиях, если говорить о том, чего вы хотите, если говорить о том, что вам нужно, если говорить о том, что вы просите, то здесь опять же, нет, все нормально, вы нормально, ваши требования нормально, действительно, женщине нужно мужское внимание, женщина нуждается в нем, женщина, она хочет его, хочет мужского внимания, хочет мужского тепла, действительно, женщина без мужчины чувствует себя, ну, хуже, действительно, женщина без мужчины чувствует себя не женщиной и так далее. Ну, то есть, в меньшей степени чувствует себя женщиной. Вот. Правда, тут есть несколько нюансов. Например, важный нюанс в том, что если говорить именно о счастье, и о комфорте, да, ваше, то вот это, конечно, вам лучше поддерживать самостоятельно. То есть, если вы не можете сами самостоятельно поддерживать у себя, комфортное состояние, если вам для этого обязательно нужен мужчина, для того, чтобы поддерживать свое комфортное состояние, то ситуация, конечно, довольно печальная, довольно критичная, потому что в этом случае получается, что мужчина вам нужен, ну, именно для того, чтобы вот избавлять вас от этого самого состояния. Вот, от этого самого, ну, негативного, может быть, состояния. Да, от этого самого состояния, когда вам некомфортно. Например. Вот. Значит, но в остальном, если человек, как бы, берется
ну, берется и вступает в отношения, то, соответственно, ну, это ответственность. Это ответственность. И ему нужно, как бы, ну, свою ответственность, держать в отношениях. Ему нужно, как-никак, своей ответственностью все же быть. Вот. Если он это не делает, если он этого не делает, ну, значит, тогда, в таком случае можно говорить о том, что либо человек вами не дорожит, либо он просто-напросто боится сближения, боится возможности с вами сблизиться. Это уже на самом деле серьезная проблема именно мужчины, а не вас. Вот. То есть здесь с вами все в порядке, конечно. Другой момент. Другой момент. Другой момент. Он в том, что вы по какой-то причине позволяете себе. По какой-то причине вы позволяете себе, мужчине, так с вами обращаться. То есть вы себе позволяете так с вами обращаться. С собой, самой с собой. И мужчине позволяете так с собой обращаться. Опять же. И вот почему вы это позволяете с собой, вы позволяете, почему так с собой обращаться. Вот это уже большой вопрос. И это уже куда более серьезный и куда более важный вопрос на самом деле. Вот именно это и является самым важным. И если мы говорим о некой норме, если мы говорим о том, что нормально, то вот как раз то, что вы делаете, то, как вы себя с мужчиной ставите, то, как вы позволяете ему с собой себя вести, это и является не нормой. Потому что в норме, если мужчина женщину не слышит, в норме такая женщина от него просто-напросто отдаляется. И, значит, ну, как бы, она отдаляется от него и говорит: все, прости, ты меня не слышишь, ну а зачем ты мне тогда нужен? Для чего тогда ты мне нужен, если ты меня не слушаешь? Зачем ты мне вообще тогда нужен? Вот. Понимаете? То есть это реакция поведенческая, это вот как бы это его выбор, вроде бы, да, это его выбор, ну, выбор мужчины. Вот. Ну, так так-то оно, конечно, да. Это действительно его выбор мужчины. Так, а ваш выбор тогда? Почему вы не можете свой выбор сделать? Почему вы не можете свой выбор осуществить? Вот. Понимаете? Ага. То есть вот это, конечно, непонятно. И вот в этом кроется отсутствие нормы. Вот это уже не норм. То есть получается, что вам эти отношения нужны, ну, там, для чего-то, для какой-то цели, там, для каких-то вам видимых причин и так далее. Вот. Это так. Но так это не норма. Это не норма. Если вы позволяете так мужчине себя с вами вести, это не норма. Вы себя обесцениваете таким образом только и все, по сути, это дело.
понимаете? Обесценивать себя, это обесценивая себя, вы опосредуете поведение мужчины как раз таки именно такое, вот какое оно есть сейчас. Так что в некоторой степени вы сами создали то, что имеете. Я вас не обвиняю, конечно, не говорю, что прямо вот вы виноваты. Но и на мужчину не стоит полностью взваливать ответственность за то, что произошло. Потому что мужчина, он видит, что вы позволяете ему так с собой обращаться. Мужчина видит, что вы не против такой модели поведения. Ну и все, и что, соответственно. Зачем что-то делать, если это работает, если это действует? Мужчина, он такое существо, он не будет делать то, что-то поверх того, что работает, поверх того, что приносит пользу. Он видит, что слов вам достаточно, что вы поворчите, поругаетесь, может быть, но все равно его примете. Ну и все, зачем ему что-то делать еще? Наверное, он как серьезную женщину вас не воспринимает, потому что, на инстинктивном уровне он, наверное, понимает, что если бы вы хотели чего-то серьезного, вы бы, наверное, вели себя немного иначе. Но вы же мне объясните, что вы серьезно настроены, это просто он не хочет ничего делать. Разве дело в том, что вы пару раз позволили ему так с собой поступить, а потом он уже стал так делать автоматически. И вам этого уже не изменить. Теперь, по крайней мере, вот так вот. Просто. Само по себе это не пройдет. Теперь нужно будет на мужчину обижаться. Теперь нужно будет показывать мужчине, что вам неприятно, показывать мужчине, что вы вообще хотите чего-то другого, вот. Ну и, собственно, это будет обижать его, это будет обижать вас, то есть вам нужно, чтобы он обиделся, вам нужно, чтобы он испытал вот этот вот диссонанс, диссонанс с тем, что всегда казалось ему правильным. Вот. И, собственно, эти обиды вы, мужчине, и донесете, что правильно, а что нет. Или бы он захочет вам быть, либо он захочет принять новую вас, либо нет. И, соответственно, так вы сможете понять, стоит ли продолжать отношения или нет вам. То есть именно разбивать их, как-то вот разрушать их, именно сейчас не стоит. Дайте мужчине шанс возможность все-таки к
как-то вот подговорят вам, то он все-таки, ну, тут не можно что-то сделать. Дайте мужчине шанс. Не торопитесь разрывать отношения. А я думаю, что вы успеете это сделать всегда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!